Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и по многочисленным просьбам очередная партия в Красную Смерть. Все, вам это не надоест. Я вот случайный себе выбор поставил, чтобы уже что выпадет, то выпадет играть. Народ там себе повыбирал. Наверное, вы заметили. О, фанаты мне выпали. Ну, тоже такая фракция в том плане, что у тебя просто есть плюс 5 к боевой мощи. Тебе не надо волноваться о том, где ты находишься. У тебя есть просто плюс 5, и ты воюешь. Вот и все. У остальных способности, которые они должны как-то пытаться использовать, я просто воюю, просто пытаюсь выжить, и все на это. Кстати, как раз фракция, за которую я сыграл самый первый раз. Хорошо вернуться к ней, когда играешь по второму кругу. Ну что ж, понеслась. Особых тут мудрствований лукавых не будем премудрствовать лука. О, вот есть у нас руинки. Сейчас пойдем их брать. Даже разделю. Так, нет, давайте посилом покажу. Сразу было видно, что никого. А, блин, тут видите как. Ладно. Блин, и тут ничего нету. Несколько ходов. Ну, в общем, я сейчас рискую. Я сейчас рискую, что меня тут могут захватить. Но мне надо, наверное, через низ. Просто видите, требуется несколько ходов. То есть руины на холме находятся. Похоже на Омск, кстати. Очень похоже на Омск. Правда, мост не на озере находится. Тогда, возможно, Сочи. Хотя Сочи рядом с горами должны быть. Тогда, возможно, Калининград. Ну, ой. Я еще хожу. Я слишком много времени потратил на разглядывание Омска. О, это неплохо. Так, только надо все-таки взять под охрану. Потому что иначе этот варвар может захватить. Ух ты, сразу два нашли. Так, значит, этим сюда пойдем, тем туда пойдем. Ну, в принципе, неплохо. То, что у меня плюс 5 к силе, подразумевает, что мне надо воевать со всеми. То есть у меня все юниты имеют плюс 5 к силе. Руинки найдены. Хорошо. Так, возьмем. Я, наверное, отсоединю посело, возьму руины. В надежде, что мне юнит достанется. Тогда этим юнитом я пойду сюда в бок. Я не хочу опыт получать. Хотя, с другой стороны, мне могут достаться. Может, еще один поселенец достаться. Тоже возможный вариант. Остался юнит, очень хорошо. А вот и опыт привалил. Чего не хотелось, конечно. Пока никого не встретили. Народ там прокачивается. Все сильные фракции, по-моему, здесь, кроме антигероев. О. О. Так, ну пойдем с этим лагерем разбираться, конечно. Немножко покачаемся на этих варварах. Ничего. Какие-то горы будут мешаться мне убегать. Я уверен, что где-то тут сейчас зона будет на мне схлопываться. Куда туда убегает скаут. Пока. Я бы хотел на нем прокачать. Так, сектанты там что-то с пиратами. Возможно, как раз друг с дружкой воюют. Ну, при наличии, конечно, сектантов ходить, поселенца без защиты водить, это опасное дело. О, он сам меня проатаковал. Так, подождите, кто больше теряет? Он больше теряет, так? Можно поатаковать. Ну, получить прокачку.
сюда сходим. Да, тут все, все горами закрыто. Надо как-то, ну, собрать руины, собрать лагерь варваров. Надеюсь, он сейчас от меня убьется. Раз заберу лагерь, там, скорее всего, вертолет будет. Вертолетом заберу руину. Должен убиться от меня. Да, как я и говорил, варвар от меня убился. Еще отлично. Очень неплохо все у нас тут идет. Блин. Тут прохода нет. Одна клетка прохода. Да, тут, конечно, интересно. Горами я полностью отделен от всех. Могу, конечно, все собрать, но и выйти как-то сложновато. Мы всегда можем на море спуститься, поплыть. Даже не знаю, куда идти. Мы, наверное, сюда лучше пойдем. Тут всего один юнит оставим, а тут надо будет объединяться. Ну и один ход до появления безопасной зоны. Посмотрим. Надеюсь, что она где-то у меня будет. Потому что мне бы очень не хотелось по такой местности куда-то быстро валить. Удачно появились. Удачно появился лагерь варваров. С ним мы сможем разобраться. И, в принципе, зона... неплохо тоже собралась. Так, этого ставим лечиться здесь. Лагерь мы успеем собрать к тому моменту, как зона схлопнется. Хорошо, хорошо. За фанатов в первую очередь приятно варваров зачищать, потому что у тебя всегда больше силы, чем у варварских юнитов. Еще пулеметчики присоединились. Так, ну надо как-то вот, наверное, туда пробить. Давайте, наверное, по морю поплывем, потому что как-то медленно мы тут через эти горы. Вот этих ребят всех мы можем спустить на воду и быстро проплыть, а вот этим придется вот через эту дырку пробираться. Блин. Никого невозможно на воду спустить. Ладно, это и так уже идет тогда. А этих мы по воде проведем. Но тут у нас, судя по всему, суша будет заканчиваться. Надо еще вот тут проверить. Варвары просто убились от меня. Зря вот этими юнитами шел. Еще один вертолетик. Кстати, слетаю сюда, раз пока тут красная зона схлопывается. Быстро сбегаем. Проверим, вдруг тут какие-то руины будут. О! Что это у нас? Выживальщик. Это, кстати, не очень хорошо. С другой стороны. Блин, я тут мог спуститься. И он по мне не может стрелять, похоже. Выживальщик, понимаете, он кучу опыта получает, его сложно ему юниты убивать, он постоянно лечится ими.
Блин, вот это не очень хорошо, что тут у нас выживальщик оказался. Это мне не нравится. Всякий случай тут землю поисследовать, то вполне может быть, что нам придется туда эвакуироваться. А, ну да, тут вот выживальщик, в общем-то, все собрал. Это без шансов. Тут далеко груз, его уже собрали, тут далеко груз. Ну, немножко нечестно, конечно, вот теперь. Тут выживальщик все пособирал, я так понимаю. Будем фаст-кликать, должен вертолетом его убить. Я надеюсь, это... Блин. А, это он высадился. Он куда-то плыл и высадился. Ладно, ну-ка, фаст-клик. Хе-хе. Плывем тут. Блин, тут не видно никакой земли, потому что, мне кажется, зона туда будет дальше идти. А мне непонятно, куда деваться. Теперь надо будет вертолет спасать. Это все выживальщик, я думаю, собрал. А, блин, да, сюда, наверное, надо улетать. Вылечимся. Так, понятно. Выживальщику надо не дать выжить, чтобы он не пришел в безопасную зону. Ух ты, там у него уже корпуса. Так, ну вот это надо убивать. Давайте высаживаться на сушу. Я жду, куда он вот этим походит. Похоже, надо мне его встречать вот здесь из красной зоны. Я ему два юнита уже убил, да? Но у него там корпус... Да, вот он и подходит. Корпус пехоты, просто пехота и вертолет. Улучшился. Раз, два, три. Вот сюда он прилетит, скорее всего.
У меня ПТ команды. Вертолеты. У меня-то юнитов побольше, как бы и сила получается у меня выше. Ну, что плюс 5. Но... Он лечится, он получает опыт. Секретный альянс от Джей Дога. Возможно, кстати, его разделило. Тоже может быть. Часть его армии где-то там. Ну что, наверное, проатакую в конце хода. Он уже закончил ход с другой стороны. Где-то корпус его мне надо проатаковать, следующим ходом убить его. Вот это, эту каску. У меня 80 против 67. Хочу дождаться, когда сектант походит, и тогда проатакую. Нет, не дождусь. Ладно. Сейчас он, кстати, тут минус должен получать. И мой вертолет он не сможет проатаковать этим корпусом. Минус здесь. Ну, минус здесь пока немного, конечно. Ага. Фастклик за мной. Он, наверное, сейчас получит повышение здесь. Нет, убился вертолет, но это он зря. Так, короче, армию выживальщика, считайте, убил. Не знаю, где его посел, правда, но ему тут не выжить. Ну да, он пишет, что я быстрее его хожу как пост. Это так и есть. Не буду спорить. Судя по развалинам Статуи Свободы, это все-таки у нас Америка. А было похоже на Омск. О, теперь у нас тут безопасная зона. Только нам придется плыть куда-то. Ну, пойдем тогда потихоньку туда. Сейчас мы тут добьем корпус выживальщика. Я не знаю, где его остальные юниты. Ну, в принципе, можно уже и идти туда идти. Нам надо плыть куда-то, искать землю. Я вот этого и боялся, что нас... выдавит отсюда. Хотя, может, мне каким-то одним юнитом только сплавать, а не всеми прямо. Все. До свидания. Вот этим ПТ командой, наверное, поплыву искать сушу. По-моему, кто-то ливнет.
Нет. Что там у вас? Мне кажется, проблема выживальщика была в том, что он задержался в красной зоне, и у него просто не было вариантов, собственно, куда-либо идти. Я просто его поймал в том месте. Ну, то есть, у него единственные возможные ходы были. Я его тут ждал. Вообще, я сюда не могу мирным жителям походить. А, блин, они объединены у меня. Я зря. Мирного жителя надо пока тут в зоне оставить, а этими двумя ПТ-командами поплавать и найти территорию, куда высаживаться. Так, вертолет вставляем тут, лечим, лечим. Отсоединяем, высаживаем обратно, этим поплыли наверх. Этим поплыли вниз. Будем искать. Ага, это не мне, это тоже не мне. Нормально. Все вообще в другую сторону поприлетало куда-то. Что вообще нечестно. Варваров у меня тоже тут не появляется. О! Это они хорошо появились. Ну, надеюсь, тут где-то недалеко будет суша, потому что меня явно выдавливает на сушу. А еще мне уже несколько раз в комментариях рассказывали, как зона схлопывается чисто на воде. То есть шанс пиратов победить очень высок тогда. Какую-то сушу нащупали. Ага. Сюда можно будет эвакуироваться. Так, по-моему, высадиться нельзя, да? И везде скалы. Скалы вот тут можно будет высадиться. Так, хорошо. Что-то нашлось. Надо ждать, когда как зона схлопнется. Заодно мы с этими варварами разберемся. Тут не высадится. Так, ну пожалуй, сюда тогда вниз поплыву уже. Соединяться. Ну, все равно ждем, как зона соберется, потому что... Ну, у меня ощущение, что вот она в эту сторону идет. Куда-то сюда, поэтому и надо было сушу искать. Мы ее нашли, тем более еще один ход у нас. Есть вертолетик. Так, тут есть куда высаживаться. Стоим, ждем, когда зона соберется. Кучку.
Надо плыть, короче. В любом случае, надо плыть. Наверное, этим вертолетом тут пущусь. Блин. А, тут нельзя спуститься. Ну, надо уже сразу плыть. То есть отсиживаться в этой зоне нету смысла. Три клетки, просто надо сразу плыть и лечиться на этой территории. Поэтому я хочу этим вертолетом вот снизу пройтись, чтобы найти хорошее место для высадки. Плацдарм. Опять все не мне прилетело. Просто отлично. Великие... Упс. А вот и кто-то ливнул. Сумасшедший ученый. Видимо, его там убивают. Решил не сидеть ждать чего-то. У нас тут великое переплывание. Наверное, это раньше был Атлантический океан, я думаю. Под автомат это я зря. Блин. Блин, вот тут не очень удачно, видите, одна клетка всего для высадки, а мне надо как-то этот лагерь мочить. Да. Ну, в принципе, когда мы тут высадимся, мы будем практически в центре зоны. И я думаю, я не вижу тут никого. И, наверное, это будет неплохо здесь посидеть. Еще и сейчас варваров убьем. И получим вертолетик еще один. Пока накопление идет вроде неплохо. Одну из сильных фракций, которая очень сильна в конце выживальщиков, я серьезно... Серьезно ослабил, как мне кажется. Блин. Блин, меня вот тут сейчас больно будут бить варвары. Еще один пулемет. Тут реально могут этот вертолет убить. Блин. Хреново. Мне бы хотелось, чтобы этот, конечно, пулемет вот этого бомбил. А мне, блин, и одни сплошные скалы. Ну как вот так могло сгенерироваться? Что вот это за говно? Вот как? Я тут даже высадить-то не могу. Одна клетка к высадке, и сейчас мне убьют вертолет. Просто мрак. Придется дальше, наверное, лететь. Получается. Смотрим.
Нет, он поменялся местами. Фу. Повезло на самом деле. Опа. А тут вертолетный корпус китайцев. И пехотинцы пиратов. Так. Блин. Да, наличие тут скитальцев меня очень расстраивает. Да, конечно, тут тяжелая у меня ситуация. Причем скитальцы, они еще по этим всем ползают. Мне надо срочно эти вертолеты убирать. Иначе им хана. Мне просто некуда их высадить было. Тут очень хреновое место для высадки. Я, конечно, этот лагерь убью в итоге. Но вообще все плохо. Стоим, лечимся. Может, объединить и эти вертолеты? Корпус был. И полетать. Повторить, что тут будет. Но меня радует то, что мы как бы в центре, грубо говоря, находимся. Я не зажат, то есть я не в этих... Не ножницы, пассатижи, не в котле между разными фракциями, а только вот к берегу немного прибит с китайцами. Но вот здесь, если он мне даст постоять пару ходов, то у меня будет все хорошо. Где варвары? Ага. Давайте тут постоим, подождем, что там будет. Явно скиталец пойдет в лагерь забирать. Наверное, объединю.
И тут, наверное, объединю. Попробуем тут полетать, может, еще посмотрим, что кто-то что-то появится. Какие-нибудь руины, которые скиты. Ну, блин, тут уже так мало территории, неужели... Блин, где вот все? Ну, один компьютер... За одного компьютера, говорят, за аморальных ученых. Хорошо, предположим. Но где еще три фракции живых причем? Не понимаю. Пират еще подходит. Почему все ко мне лезете? Где... Чего вы друг с дружкой не воюете? О, значит, туда скитались снега. Хорошо, значит, надо попробовать этот лагерь забрать. Скиталец вниз отходит. Надеюсь, они там с варваром столкнутся. Ну, все не так уж и плохо. В принципе. Давайте тут повоюем. Там они друг дружке мешают. Хорошо. О. Мне кажется, вот тут сверху еще какая-то должна быть территория, не разве? О! Пришел ученый. Блин. Хрена. Вот ты тварь. Так, ну это компьютер пришел. Это пришел компьютер. О, и танчик выживальщиков. Ух ты. А вот и ядерка на кого-то упала. Так, значит, тут уже ничего интересного нету. Он против кого использовал? Против китайцев. Что, китайцы здесь? То у кого 4? У сектанта? А я его даже не вижу. Самое что интересное. Блин, конечно, этот лагерь. Не меня атакует. Точнее, не лагерь атакует, а меня. Остался один этот... Просто поселенец. Ладно, я тебя понял. Этот лагерь ты хочешь забрать. Так. Выживальщик.
Где его посел? Ладно, я тут своим поселом буду тут стоять просто. Наверное, под защитой ПТ-команд надо это делать. Так, там скиталец забрал. Нет, тут, конечно, больше армия у скитальца. Из того, что я видел. О, сумасшедших ученых. А, ну да, я забрал. Давайте куда-то сюда, блин, везти посела нашего. Я так понимаю, что сектант где-то тут, судя по всему. Вот тут, наверное, он. Киталец тут. Тяжелая ситуация. Что делает пират, вообще непонятно. Но он, видимо, где-то тут. Ну и выживальщик, наверное. Но у него прям по минимуму юнитов. Да харе. Я тебя понял. Я улетаю. Распределю поселенцев и буду вот тут. У меня тут в чем хорошая ситуация, что я могу вот тут находиться, и только одна сторона фронта может быть у меня. Ага, вот и поселенец выживальщиков. Я понял. Но я не буду его захватывать. Даже не буду к этому стремиться. И так выживальщику много зла сделал в этой игре. Блин, сука, у него танков. Ну, он насобирал вот этих падающих штук, что ли? Я так понимаю. Я собираюсь тут отступить и... от обороны... по максимуму сыграть. Мне кажется, сейчас сектанты и скитальцы основные претенденты на победу. И проблема в том, что они немножко далеко друг от друга находятся. Мне хочется, чтобы они как-то столкнулись вот здесь, в центре. А я бы на них смотрел и смеялся. Все. Блин, там армии вообще. Ох, она с танком добьет. Да. Как он... Только у него юнитов. Я ему убил юниты еще тут. И он все еще живой. Это удивительно. Так, это у нас стоит. Контролирует подходы. Все. Я здесь стою в обороне и просто... надеюсь на рандом чудесный, который мне принесет какие-нибудь вкусняшки, возможно. Лезть никуда я вообще не хочу. Потому что все как-то... холмы. Вот так встану. О, пират тут плавает, прикольно. Ты куда уплыл?
Жаль. Ну, кстати, раз такое дело, то, наверное, я одного посела использую, как поплавать вот тут. Нафига мне тут держать? Жалко, конечно, тут я два вертолета потерял. Тут мне скитальцы убили, тут выживальщик. Ну, в общем, диспозиция такая. Вот тут стоят скитальцы. Тут стоит выживальщик. Тут стоят сектанты. А пират, судя по всему, плавает по морю. Просто вылезу посмотреть, что там да как. Так, отлично. Зона хорошая. Для меня сейчас скитальцы будут идти. О, поселенец. А, так тут пират у нас. Так там сектант с пиратом. Ну давайте я пока тут постою. Все, пока закончу. Поплыл скит. Пират посилом куда-то. Ну там, видимо, его сектант прижимает. Но мне тут в этой игре не повезло на припасы вообще ни разу. Просто даже рядом не прилетало, не то что там. Немножко на варваров повезло, но я, правда, два вертолета. Ну, в принципе, пока армия нормальная. Я не скажу, что как совсем плохо. Что... Ага. Тут у нас вот так, да? Вернемся, ладно. Угу. Армия ПТ команда. Ну, в общем, сектант вот тут у нас. Тут сейчас скитальцы постепенно подходят вот в эту зону явно. Ну и выживальщик тоже сюда подходит. Да, битва в конце будет интересная. Очень хочется в ней не участвовать и добить просто победителя. Вот он, сектант, все пишет, что перегруппировывается. Но мне кажется, что тут сильнейшие сейчас вот сектанты и скитальцы. И хотелось бы, чтобы они друг с дружкой как-то дрались. Так, ну тут все понятно, можно, наверное, я даже вот так встану. Ну, пират, похоже, все. Ему тут не высадиться. Я, кстати, не помню, а пираты могут через эти скалы высаживаться? По-моему. Вот не помню. Это была бы хороший бонус. Еще пираты вот на скалах могут карабкаться. Блин, давненько аж пятеро игроков до такой маленькой зоны не доживало. Но скоро нас останется 4. О, еще один поселенец у пирата. Хм, интересно. Да это он пытается тут... Ну тут все мною занято. Я не знаю, куда он тут хочет.
так встану. Чё, раньше видеть, когда тут сектант будет подходить. А вот скитальцев почему-то не видно. Может, они тут закусились с выживальщиком? Сейчас дерутся. Что меня тоже, в принципе, устраивает. Потому что я бы хотел, чтобы выживальщик все-таки вылетел. Потому что он, ну, очень круто прокачивается. Всегда это очень сильная фракция. Лечится очень тяжело. Ну, видите, сколько у него юнитов даже сейчас есть. Армии. It's here, come to save my ass. Это пират пишет. То вот здесь сектант. Иди спаси мою задницу. Зачем, правда, мне это? О. Ну, блин, неужели скиталец заберет? А мне страшно сюда лететь. А это забрал сектант. Вот здесь был. Хм. Реально, скиталец пошел давить выживальщика. И вот хоть как-то мне повезло на припасы. И то пришлось как бы тыл скитальцу забежать. Ну блин, ну... Самая быстрая рука на Диком Западе. Ну это вообще нечестно. И судя по всему, это ядерка у него. Все, все, окружай меня полностью, блин. Я могу его забрать. Гад, просто гад. Я же хост, я должен раньше кликать. Че, в 2D переключаться теперь? Ты ж там на выживальщика пер. Блин, он ядерку походу получил. Больше, ну, опыт еще, конечно, может быть, но мне кажется, это ядерка здесь. В припасах. Которая вполне может на меня полететь. Ситуация. Вот мне не очень нравится, что тут сектант, а тут скиталец. И они вряд ли будут между собой драться. Очень, очень все неприятно. Да блин. Когда я выбирал пострелять... Вертолетик сектантов улетел. А ну, стою тут, полечусь. Имею ли я штраф при синей, интересно? Но у скитальцев, как минимум, армия пехоты, армия вертолетов. Я не похерил два вертолета, у меня тоже была армия. О!
Лизука. Прям исправный танк привезли. И сектанту что-то привезли. А это не лизука. Ядерка полетела. Меня. Но он видит меня дальше, понимаете? И может кидать в меня это все дело. Ладно, это, предположим, мы еще спасем. А вот тут что делать? Тут у нас выживальщики. О, киталец отступает сюда. Это, кстати, норм. У меня тут место появляется. Этот, наверное, умрет. Даже не знаю, кому дать убить мой вертолет. Может, все-таки выживальщик, чтобы он опыт получил какой-то. Мне кажется, у выживальщика просто юнитов немного должно быть. Мне кажется, это танк и вот это что у него есть. Короче, эти умрут, я даже не буду высаживаться. Да, в итоге, благодаря ядерке сектантов, я потерял корпус вертолетов, поселенца и пулемет. Ядерка точно еще у скитальца есть, но он ее держит. Да, интересная ситуация, но мне кажется, я в не очень хорошей позиции нахожусь. Он еще пират жив до сих пор, вот это поразительно. Он там где-то плавает, видимо, своим поселенцем. Да, все, умерли здесь ребята. Следующим ходом схлопывается зона, и тоже, боюсь, не в мою пользу будет. Но пока стоим. По идее, скоро вот это должно убраться, красное, возможно... Блин. Ты думал, меня тут нету, да? Сектант. Здесь тут скиталец все-таки с выживальщиком разбираются. Так, если минус 8, а у меня 90 здоровья, то это ходов на 11. Я поплаваю, пойду. Он будет еще кидать ядерку. В 2D режим, чтобы успеть выстрелить. Улаем, если ядерка полетит. Пират
обратно на воду спускается. Ага, зона опять. Вот сейчас зона просто жопа. Это жопа называется, реально. Вообще не в мою пользу. То есть вот тут сидит выживальщик и просто постоянно в зоне. А я не в зоне. Постоянно. Ну когда вот это красное уйдет? Сколько она ходов держит, интересно. А чё он тут стоит до сих пор? Пусть он уйти не может или что? Блин, сейчас с ракет я получу урона. Это будет больно. Ух ты, а вот ядерку кто-то кинул, не сектант, сектанта кто-то кинул ядерку. Наверное, скиталец. Тут такая большая жопа вырисовывается. Очень большая. Надо было хоть кого-то прокачать на движение по холмам. Так, скиталец пошел. Все, пирата нету, да. Да блин, что ты схлопываешься-то? Два хода написано, почему она полностью уже собралась? У нас тут печаль намечается большая. То есть два хода до схлопывания, но зона, смотрите, уже полностью собралась. Этот поселенец умрет. Этот еще выживет один ход. И этот выживет. Но пулеметная рота корпус умрет. Так, эти умрут, да? Не, еще пехота выживет, а вот этот поселенец стоит. Короче, у меня остается один танк, корпус пехоты, практически мертвый, и корпус ПТ-команды. Выживальщику очень повезло с зоной, конечно. То есть зона была вот так примерно, и она постоянно схлопывалась вот сюда, где он сидел. А не, например, где я сидел, или где скиталец. Вот так где-то было даже. Да и сектанту повезло. Ну, одна ядерка в мою сторону, и я готов. Класс. Еще и выживали... Офигеть, зона. Просто офигеть. Как тут выжить, блин? Главное, скиталец не тут. Вот он бы мог меня принять, мне кажется, уже давным-давно.
Но мы все как-то... Он туда куда-то идет. То, наверное, правильно можно считать, что я уже убитый. Блин, трындец. Судя по тому, что еще и таймер быстро проходит, и не так уж и много юнитов. Но тут вот постоянно припасы кому-то другому прилетают. Так, а вот сейчас, походу, будет конец игры. Потому что я не могу приехать. Ух ты, вынесли. Скитальца вынесли. Может, уйдет эта красная зона к следующему ходу, и мне не... Ну, то есть сейчас поселенец умрет, по идее. Он находится в красной зоне из-за ядерной ракеты. Не знаю, как тут механика работает, но я не мог сейчас в безопасную зону. Главное, пишется три хода еще до схлопывания, но... Да. К сожалению. Ну, это было прикольно, по-моему. Давайте посмотрим графики. Так, уберем только сумасшедших ученых и, в принципе, пиратов. Скитальцы вообще, в общем-то, не воевали. Вот воевал сектант постоянно, я воевал и выживальщик. Хорошо. Потеряно юнитов. Больше всего потерял выживальщик как раз. А уничтожил больше всех юнитов сектанта, я на втором месте. То есть у нас было больше всего столкновений, но я считаю, что мне просто не повезло с зоной и бонусами, которые выпадали. В любом случае, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!